мешает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она, много лет как кончилась война. По весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино из старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть, тревог. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул. Вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, прости, пробеги. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее кино. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын. Браво!